Добрый день, меня зовут Каневец Алексей Сергеевич. Меня зовут Щепкин Игорь Иванович. Мы проживаем по адресу город Саратов, улица Чапаева, 8/12. Жильцы данного дома попали в сложную ситуацию ввиду действий собственника одного из нежилых помещений. Дело в том, что он без получения необходимых разрешений начал вносить изменения в несущие конструкции подвального помещения. Нами по этому поводу были подготовлены обращения в прокуратуру Октябрьского района, по итогам которых суд обязал собственника восстановить целостность несущих конструкций. Однако в течение 8 месяцев со дня решения суда он от исполнения уклоняется. Судебный пристав исполнитель не может повлиять на него, поэтому мы вынуждены обратиться к главе ГУВД МВД по Саратовской области Николаю Трифонову, прокурору области Сергею Филипенко, мэру города Саратова Михаилу Исаеву и главе ГЖИ Сергею Вербину с целью взять это на контроль и повлиять на данную ситуацию, потому как мы не хотим, чтобы жители нашего дома оказались в сложной ситуации ввиду бездумных действий собственника, которые могут привести вплоть к обрушению несущих конструкций.